Ну, сегодня тоже праздник. Завтра Пасха. А сегодня суббота какая там, Андрюха? Пасхальная. Не знаю, вчера была страстная пятница какая. Какая, надо у мамы спросить, мама все знает. Ну, во всяком случае, шашлыки мы сейчас будем делать. Вот. Это нычка Андрюхина. А это костер Андрюхина. У него лыжная палка, он занимается спортом. Вот за эту. Так что горит мангал. У нас самый классный мангал. Он у нас круглый. Завтра будет еще круче, мы здесь больше камешков положим. А сегодня камушки забирал Саша. Так что вот так вот. Вон дерево. Почки набухли, скоро листики пойдут. Тепло надо, тепло, тепло. А тут еще обещают. О, говорят, уже баня готова. Ну, легкого пара. Ага. Ну что, сегодня поработунили немножко. Поработунили так, что заложил я две перемычки ряд полностью, там кусками нарезал их. Сверху один ряд прогнал и завел следующий ряд. И даже кроме краев блок положил. И думал, еще один ряд и все. Нетушки. Кроме вот того, что есть, еще два ряда. Так что работать и работать. Арбайтон, арбайтон. Так что как-то вот так. Ну, это хорошо, все приближается к тому, что начнем делать кровлю. Вкратце все.